Добрый вечер, уважаемые начинающиеся Walkers. С вами я, Миша Мед Стив из команды Мед Walkers. Сегодня, Вася, я познакомлю вас с одним из базовых движений танцевального направления сивок, понял, да? Под названием шаффл. Движение выполняется всегда боком к зрителю. Если ты повернулся передом, Вася, ты реально попутал. Первым делом выставляем одну ногу вперед и ставим на носок. Пятку тянем вверх. Теперь, Вася, представляем, что мы едем по горам на велосипеде, но педали крутим в обратную сторону, понял, да? И по такой же траектории доводим стопу до колена другой ноги и опускаем эту ногу вниз. Затем берем вторую ногу и выставляем ее опять же вперед на носок. Пятку опять же тянем вверх. А теперь, Вася, чтобы движение казалось грациозным и красивым, когда опускаем одну ногу, в этот же момент выдвигаем вперед другую. А теперь все вместе. Выдвигаем одну ногу на носок, доводим до колена. И когда опускаем одну ногу, выдвигаем вторую и зацикливаем, Вася, это просто. Allow me to capture, erase it, capture.